Так, дорогие друзья, вот смотрите, вот этот Гоа, находимся на Гоа. Вот этот кокосик недоразвинутый, это какой-то такой слабенький кокосик. И вон там вот есть такая штука, это самое, пенопластовая какая-то. Вот сейчас я в нее попадаю, в прямом эфире, понимаете, в прямом эфире, без всяких повторов, комбинаций, я в нее сейчас попадаю. Боже, я в нее сейчас попаду. Да. И вы все это сейчас увидите в прямом, без... Наденька, Анечка, отойди. Или кто там, девочки мои, кто может мне помочь? Красавицы, кто мне поможет попасть в ту, эту самую? Ты можешь помочь? Вот я сейчас кидать буду туда. Будете помогать? Да. Давайте пробуем. Я сейчас должен попасть вот туда, смотри, вот этим, вот туда. Видишь? Видите? Все видите куда? Да. Так, всей семьей видим мы куда. Это сейчас я должен попасть. Итак, Дорота. Не, ты должна неформально к этому подойти. Ты готова, чтобы помочь? Очень персонально, ну ехай, давай. Не, да. Ты хочешь, чтобы я попал? Да, я там. Бляха-муха, я должен тебя постоянно об этом спрашивать, потому что никогда не известно. В твоих этих самых... Да, я хочу, чтобы там попал. Не, я не хочу твоего, твоих слов, я хочу твоего желания. Покажи свое желание. Я желаю, хочу, давай вот там. Если ты, сука, блядь, я сейчас не попаду, ты будешь винна во всем. Давай, поехал. Давай. Итак. Давай вперед. Моя... Ты куда ты станешь? А почему ты так далеко жучил? Почему пиздец ты так далеко жучил? Но говори. Что я должен сказать? Не знаешь, где ты должен быть трафик? Если бы я знал, да, я хотел попасть. Ну, почему-то мое тело не захотело. Правее на полтора метра взять. Я что, ну, должен почему? Оправдываться о том, что так я полтора метра на 50 метров, это нормально, да? Или что? Ты должен пасть в эту камню. Где? Понимаешь? Папа, нет. Папа, если я подчинюсь тебе и стану на колени, я попаду? Наверное, да. Не, блядь, нахуй мне это твое, наверное, скажи, нормально. Да, попадем, давай. Начинаем другую серию. Так, только где нам найти тот фигурный? Как она? Да, где как она? Нету как она-то. Все, короче. Ай-яй-яй. Как она-то отменяется. Блять, буду кидать вот эту хуйню. Смотрите, вот. Давай. Вот нашел. Не, я ей не докину. Я просто ей не докину. Папа! О! Вот этим я докину. Послушай, может быть, да, действительно. Вот это может быть даже лучше. Мама, или мама? Вообще как попал. Итак. Смотрим, друзья, что из этого получится. Я сам не знаю. Я весь в сомнении. Так, девчонки, я отхожу на позицию. Нет! Ну почему? О, ближе. О, как близко! Я знаю, я папа дуже. Кругом одно говно, блядь, нечем кидать. Я признаю свое поражение. Не смеши мою седую голову. Что это? Ковалек. Она хочет, чтобы я докинул это все вот аж туда. Давайте попробуем. Смотри. Моя сила и Катенькина внушение. Катя, хочешь, чтобы я попал туда этой штукой? Да!
специально, блядь, туда правее кинул, чтобы, блядь, это влево пошло. Катя, жутко погонку. Было так, как ты часто, как у папы видно око, иди налево, и до тебя. То для того, через папы око. Что у меня там налево идет? Око. Что? Здравствуй, аж, блядь, слушай, там лица родины. Тобі это 97% маємо проблем з правим струнним, бо вони правим реньком мають. В молодості маємо те, як вони, сексуальні стосунки зі собою. Но. За те, у них вправо росні мене і вправо за те, бо вони реньком тьонгли мене. Праворенчні, так. Ага, ага, о, забачте, як тішиться польська кобіта от та інформація. Казаю, ти понімаєш. Дуже коконат. Біж коконат, трафиш там, білим там. І що, где тут коконат? Здесь. І що, нужно там за ним лезть? Вони такі бронзові. О, Боже, йде он так, як далеко. Не аж так багато далеко, тут. О, ну, я кину туди, давай я кину. Я пойду. Дальше кармари. Я там пойду. Боже, Майя... Майя уміє скакати. Ні, Майя, якось так не зазвичай. Ні, пішли там скакати. Ні. Кач, вєш, можливо, що у тебе костка там, ти зайди на кілька... А якщо не хочеш, тебе просто заскочить? Ні. Якщо хочеш... Покажу тобі, на, покажи. Отець покаже, мусі показує. Чекай. Боже, що ж. Чекай, що за боково. Це що за боково? Розумієш, так він казує. Окей. Отець мусі показувати, як то залатувати, коли треба залатувати то. Надя, от тут ще стан, папа раз. Так, папа ще. Дай ключем, ми для того покусили. Так, і на ту сторону, якщо можеш, бо світло нам перешкодило. Итак, начинается с того, что первое это самое, прощание с близкими. Иди, моя хорошая. Вторая моя дочь. Третья моя дочь. Прощайте, моя хорошая. А жена? Жена, сын. Отойди, жена. Секс. Секс, no sex. Bardzo intriguing. Я сейчас буду спускаться по скале отвесной. Сколько там метров? 100. Сто метров, да. Я должен показать пример своим детям, и я это сделаю. Не сомневайтесь. Итак. Покажи, как они спускаются за папой. Все. Самое большее, чему я сейчас... Аня. Аня очень чимуется. Смертем пани. Папа. Окей. Все. Ребята, итак, я полез. 100 метров. Боже, может, это сантиметры были? Боже. Боже. Как она? Ей! Здесь 100 метров. Живи! Держите коконат. Мама, что там тебе? Ошибайся, не было. О, Боже. Что? Что это? Что? Мама! О, там что? Что это? Понятия не имею. Давайте слушайте кого-то. Звезда! Мама! Что там? Там? С этим патиком куянцем. Можешь там тоже жить? Итак, кто меня будет спасать? Я. Кто меня будет спасать, мои
у коханой дочери. Тихо, спокойно. Вместе все. И давайте. Раз. Подожди, не раз. Я должен ногу уставить. И раз. Есть. Деньги, кохани. Вот такая небольшая история из жизни семьи Волковых. Вот. Один из дней эпизод. И такие постоянно уверяю вас.